Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, сегодня в этом видео мы уделим внимание 29 ноября и поговорим о том, почему 29 ноября считается сакральным днем и что нельзя делать в день Матвея. И вы знаете, 29 ноября становится невероятно удачной, благоприятной и сакральной датой. Но это при условии, если вы знаете этот день, что он из себя представляет и как вы можете использовать информацию себе во благо. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать, как воспользоваться этим днем. Итак, вы знаете, 29 ноября мы вспоминаем жизнь Левия Матфея. Если вы знакомы с библейскими текстами, то, наверное, знаете, что это один из первых 12 апостолов. Но чтобы объяснить важность и сакральность этого дня, следует немножко разобраться. Итак, сегодня у нас Матфеев день, а это привязка к апостолу Левию Матфею. Но здесь важно и то, что перед нами уже второй день празднования рождественского поста. И для верующих людей это сложный, но важный день. Также сегодняшний день посвящается внутреннему очищению от грехов, плохих мыслей и прошлого. И используйте, пожалуйста, этот момент, чтобы отказаться от всех тех неверных поступков, ошибок, что вас, скорее всего, вечно останавливает и мешает сосредоточиться на важном или на главном для вас. Также обращаем ваше внимание, что 29 ноября у нас растущая луна в знаке зодиака Телец. И это невероятно важный период, когда каждый из нас наполнен силой и желанием действовать, именно действовать. И энергии действительно для многих людей будет много, потому что это у нас предпоследний день перед полнолунием. Обращаем на это внимание, у нас 30 ноября будет полнолуние. Поэтому обязательно присматривайтесь по сторонам и прислушивайтесь к разговорам, потому что велика вероятность сегодня получить что-то ценное и даже, возможно, какое-то сакральное знание, которое позволит вам обогатиться. Также не будем забывать и о том, что Телец служит магнитом для денег, поэтому любое сегодняшнее действие должно быть направлено на то, чтобы в вашу жизнь пришла крупная прибыль, и, например, как вы смогли продвинуться на профессиональном своем карьерном уровне. Также сегодняшний день посвящается переосмыслению всего того, что вы уже сделали, потому что сегодня в этот день вам дается возможность успокоиться и погрузиться в себя, чтобы разобраться в своих каких-то жизненных приоритетах, призвании и, скорее всего, в вашем внутреннем состоянии. Поэтому 29 ноября – это важная дата, потому что можно наконец-то разложить свою личность по полочкам, избавиться от непонятных тревог и депрессивных состояний. И, как мы уже сказали, сегодня знак зодиака – Телец, который притягивает деньги. Давайте вместе с вами сегодня проведем практику для того, чтобы в вашем доме всегда водились денежки. Итак, сегодня положите в каждый угол своего дома или квартиры по одной монетке орлом вверх. Обращаем на это ваше внимание. И каждый раз, когда вы будете ложить в угол дома монетку, нужно орлом вверх. Обращаем ваше внимание, нужно сказать следующие слова. Деньги к деньгам идут, деньги в доме живут. И через неделю, через 7 дней эти монетки вам нужно собрать и использовать по назначению.